Спортивная премия «Доблесть-2017» нашла своих героев 5 июня. В этом году глава Омской области Александр Бурков вручил заслуженные награды 15 спортсменам, тренерам, преподавателям и другим специалистам сферы физической культуры и спорта. Благодаря вам сегодня наша Омская область является одним из спортивнейших регионов Российской Федерации. По итогам прошлого года наша Омская область заняла 12 место по организации физкультурно-спортивных, спортивной работы. А вот по организации адаптивной физкультуры и спорта наша область вошла в тройку. И это заслуга в первую очередь вас, поэтому вам огромное спасибо за ваш труд, за ваш вклад в процветание нашего региона. Честно, то я до конца не осознал, что это такое еще, но, по крайней мере, обстановка для меня такое первый раз. На этом уровне все-таки я не быстро шел. Это масса времени рабочего, это город труда, и столько пролито пота и крови. Вот. Пробега на километров, прошага на часов. Больше всего для меня запомнилось это, что я поставил рекорд среди юниорского возраста. 5 золотых медалей на чемпионате мира. И еще плюс то, что я выступал на взрослом уровне, Кубок АБИ и Кубок мира Ханты-Мансийске и Тюмени. Я добрался на международный старт и там неплохо себя показал. В общем, год прошел на ура. Это был самый лучший год моей спортивной карьеры. Очень приятные бонусы наша область нам предоставляет. Поэтому только радостные впечатления у меня это мероприятие оставило. Прежде всего, премия «Доблесть». Я думаю, это оценка большого труда и работы. Достижение, которое, как говорится, упорным трудом мы достигли на Сочи-Олимпиаде. Это выиграли эстафету 4 по 100 с мировым рекордом. Нравится. Нравится очень. Да. Все нравится. Вот. Первый раз видела губернатора. Да, конечно, здорово. Очень приятно показывать высокие результаты, прославлять Омскую область как на всероссийской арене, так и на международной. Очень приятно, когда ставишь высокую задачу, по кирпичику выкладываешь на тренировках ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. И когда эта задача выполняется, то это очень приятно, это самое приятное для любого тренера. Очень приятно, когда наши слуги оценивают руководство нашей области.
хотела сказать большое спасибо. Мы очень рады, что нашу семью заметили не только и выделили на местном уровне, но и на таком более высоком. Большое всем спасибо. Спорт всегда, наверное, из поколения в поколение был частью нашей жизни. И мы хотим, чтобы наши дети тоже любили спорт, хотели заниматься спортом. Воспитываем во всех чувства духа, характер. Бывают и сложности, бывают и достижения. То есть все это нужно пережить, но все это нужно пройти. Когда я был ребенком, ну прям маленьким, я увидел по телевизору, как играли в футбол, и меня это заинтересовало. И я пришел на свою первую тренировку и по сей день продолжаю заниматься. Успехов, ну, довольно высоких добились. Не раз уже играли на всероссийских соревнованиях и занимали призовые места. Я занимаюсь сейчас гимнастикой, лыжами. Мне оба нравятся виды спорта. Но мне больше нравится заниматься лыжами. Самые высокие для себя цели, может быть, даже порой они будут казаться вам неисполнимыми, но ставьте, со временем вы их достигнете. Но старшему поколению спортсменов, тренерскому составу, которые действительно прошли большую школу, огонь и воду и нервные трубы в спорте, вот передать те знания, методики, неважно, да, самое главное передать ту душу, которая есть у вас, та сила энергии, которая сегодня есть у вас, с которой вы выходили на олимпийские старты, с которой вы выходили на любые соревнования, и вот это сегодня как раз передать молодежи. Это будет самый ценный вклад в будущее нашего региона. Мы знаем, что спорт – это движение. Я вас уверяю, что правительство Омской области будет делать все, чтобы это движение не прекращалось, а только активизировалось. Еще одна награда найдет свою героиню немного позже. Заслуженный мастер спорта Мария Кравцова в день вручения доблести возвращалась с чемпионата Европы по художественной гимнастике, где сборная нашей страны завоевала 9 медалей.